В Заволжье стартовал «Молгород 2019». Главная тема этого года – предстоящее 550-летие столицы республики. О том, чему учатся и как живут участники, в репортаже. Добавляем воду, еще одну порцию. Еще, да? Нет, все. У студентов из Узбекистана на видеосвязи родня. Консультируют по поводу плова. Сегодня на обед у нескольких палаток национальное блюдо. В соседних котлах более привычные для походных условий суп и гречка с тушенкой. Такого рода романтика – одна из традиционных составляющих форума «Молгород». Сами все готовим на кострах, ходим за дровами, ходим за водой. Все ребята дружные, все друг другу помогают. В общей сложности 6 насыщенных дней. Так как первый раз, хочется получить очень много опыта от всяких мастер-классов, знания какие-то новые, ну и развлечения, конечно же. За развлечениями дело не станет. Во второй половине дня дискотеки, концерты, мастер-классы. К примеру, от кинологической службы. Хорошо, молодец. Что касается образовательной части, в этом году на форуме работает 5 основных площадок. Карьера и трудоустройство, мой город Чебоксары, культура и творчество, развитие малого предпринимательства и гражданская активность. На открытие форума приехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Я рад приветствовать вас на Молгороде 2019! Вот хочу сказать, вот этот форум проходит в 11-й раз, и мы вместе с вами создаем такую атмосферу, среду, чтобы этот форум был востребован нашими молодыми гражданами Российской Федерации. И школьниками, и студентами. И вы приезжаете, находите новых друзей, участвуете на разных площадках. Это образовательные площадки, деловые, которые связаны с реальным сектором экономики, с политикой, с культурой. Диалог на равных. Так назвали встречу с руководителем региона. Оказавшись наедине с Путиным, что вы ему скажете? Рабочие встречи у нас бывают, Владимир Владимирович. Мы поднимаем те вопросы, которые волнуют прежде всего жителей. Это последнее такое ответственное политическое решение было принято, но к этому решению шли почти 3 года. Это по реанимации тракторного завода. Там 9 тысяч почти работающих. Михаил Игнатьев рассказал, в его молодости подобных форумов не было. Сейчас у молодых людей огромное количество возможностей. Главное – грамотно их использовать. Судя по всему, у молгородцев это получается. Многие из тех, кто когда-то приезжал как участник, теперь здесь в качестве организатора или спикера площадок. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Город посетил сегодня руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, который находился в республике с однодневным визитом. Также он встретился со студентами актива Чувашского государственного университета. В разговоре со студентами также участвовали глава Чувашии Михаил Игнатьев и депутат Госдумы Алена Аршинова. Какие проекты необходимы, чтобы молодые люди оставались в родных регионах? Подробности дискуссии завтра в выпуске новостей.